Помните рекламу? Дорогой, где ты был? Бегал, но твоя футболка сухая и совсем не пахнет. На самом деле это идеальная реклама времени Present Perfect Continuous, потому что налицо результат от процесса. Подмышки мокрые не потому, что он пробежал, а бегал. He has been running. И формула-то такая. Has от present, been от perfect и инговое окончание у глагола от continuous. Он долго бежал, недавно бежал, и у этого действия есть результат. Вот, пожалуйста. Кстати, отсутствие результата, как в рекламе, потому что подмышки не пахнут, тоже результат в данном случае.